Привет, прогрессивные ребята, это истинный следователь. Обзор еды, ну как обычно, он с революционным уклоном. Было много обзоров кильки, в основном консервы все у нас херовые, ультрахеровые, даже те, которые подороже. Здесь килька стоила около 60 рублей, то есть это прилично для кильки. За 60 только что я покупал латвийскую идеальную кильку. Здесь вы видите состав нормальный, производитель. Вот, можете сами прочитать. Я бы не стал вообще ее покупать, но надо было сравнить. Она не самая хламовая, не самая вонючая по вкусу. На троечку, но цена от 60 рублей. То есть хуже намного по вкусу. Мелкая рыба, менее качественные компоненты, менее качественный соус. То есть хуже по вкусу в два раза. Стоит то же самое, как латвийская, поэтому можете сами понять. Нафиг это не надо покупать. Барахло. Ну, ее самой нету. Даже вот по соусу видно, он такой ближе к желтому. А в хороших консервах он такой ярко-красный, как бы томатная паста, она же без добавок такая ярко-красная. А потом она такой вот желто-коричневой становится. Здесь она вот ближе к коричневому. Ну, ключевое открытие, это хорошо, но внутри еще должна быть нормальная продукция. Вот такой вот код. Так что не покупаем ни в коем случае эту хуету. Говно пускай жрут чиновники, сука. И всякие эти мрази, которые народ трудовой обижают.